утро на Елисее. История дома и его владельцев на Мира 25 напоминает игру в горячую картошку. Оп! Первым землевладельцем становится дворянин Павел Родственный, у которого здесь превосходный деревянный дом и все необходимые деревянные пристройки. Следующее здание переходит в собственность жене дворянина, при которой в 1881 году здание полностью сгорает в сокрушительном пожаре. После этого городской думой было принято решение строить здание по проекту 1870-х годов, только из кирпича. Да, им потребовалось 10 лет и один сокрушительный пожар, чтобы начать все делать правильно. Это должны были быть здания двух-трехэтажные, обязательно каменные, в центральной части города. Здание построено в стиле эклектики, то есть смешение стилей. С одной стороны, мы здесь видим элементы классицизма, то есть достаточно такие строгие формы, и в то же время присутствуют элементы модерна. Кованые карнизы, кованый балкон, внутреннее убранство тоже содержит элементы модерна. Последним из хозяев дома стал купец, крупный предприниматель, почетный гражданин Красноярска Александр Данилов. Тот передает здание своему сыну Осипу, тоже богатею и предпринимателю. Потому этот дом и прозвали «Дом Данилова». У семьи Даниловых было 58 питейных заведений, 5 складов со спиртом и один винный завод. В 1899 году купец Осип Данилов немного занимается меценатством, строит библиотеку, а потом уезжает из Красноярска вместе с семьей. И на данный момент здание находится в распоряжении Управления молодежной политики администрации города Красноярска. А в 1986 году здание было признано объектом культурного и регионального наследия города Красноярска. С вами были Роман Пастушок, Артем Иванов.